Tenés que darte que ir a casa, vale, cuidado. Puta, 9, pégale un doble. ¿Cómo estoy? С вами лучшие моменты Poker Stars, и сегодня мы увидим в игре невероятного Неймара. Первая раздача у нас мультипот. У Неймара пара королей. Ставит 3 бет до 7200. Да, хорошая ставка с баттона. Посмотрим, кто сумеет ему противостоять. Артур колирует с 10-7 одномастами. Лоселса с валетами. И Пикью с король 7 одномастами. Тут как тут, мультипот. Нет, это all-in с король 7. Что он делает? Быстрый кол от Неймара. И похоже, пару валетов отправится в пас после двух all-in-ов. Ну, сначала отправится 10-7. Сомневается Лоселса. Но хороший пас. Между прочим, у меня король, а у меня их два, говорит Неймар. Да, и всего лишь 13% на победу у короля 7 одномастных против пары королей. Есть одна черва, но ее пока мало. Нужно как минимум еще две. Но нет, это девятка и 0%. У испанского игрока. Это просто подарок для Неймара. Следующая раздача. 5-4 разномастная у Неймара. Амансо двинул рейс, дама-валет. Лосельса колировал с король-валет. Кол от Неймара, кол Акари. Алима двинул ал-ин с туз дама одномастными. Туз-валет у пике. Уравнивает на большом блайде. All-in. Лимаем. Пас-пас. 10 000 переспрашивает Неймар. И готов колировать, по всей видимости. Да. И Акари уравнивает с валет 3 одномастными. Да, Лима говорит, теперь твоя работа. Обращаюсь к дилеру. Пожалуйста, сделай хорошо. На флопе король 7-8, туз дама все еще впереди. Неймар получает гадшот. А остальные игроки не попали во флоп. Да, гадшот и две живые карты. Целых 44%. Неймар поставил и пике колировал. Повтор восьмерки. Неймар чек. Чек. И шестерка приносит трит Неймару. И он ставит 10 000. Не ставь, не ставь, говорит Акари. Ты будешь разочарован, поверь мне.
И Пике, по-видимому, прислушался к мнению Андреа Карри. Смотри, что у него, а там готовый стрит. Хороший был совет со стороны Акари. Вот так вот веселятся игроки за столом. Следующая раздача. Неймар открывается рейзом с вале 9 разномастными с позиции котов. Амансо уравнивает на Small Blind с 8-6 разномастными. Ласельса делает 3 бет с парой тузов на большом блайде. Да, я попросил перевести дилеру, поскольку сам, видимо, не говорит по-английски. Неймар калирует. Амансо пас. У нас хедзап. В банке 22 тысячи фишек. И на флопе Неймар ловит топ-пару валетов, но пока этого мало. Ласельса, чек. Ласельса, чек, Неймар, бет 10 тысяч. Ласельса делает просто кол, решает слоу-плеить. Овер-пару. И зря, поскольку Неймар получает вторую пару на терне, не может скрыть своих эмоций. И Ласельса снова чек. И время ставить. Неймар ставит всего лишь 1/5 банка. И тем самым провоцирует рейс от Ласельса. И, конечно же, быстрый all-in. All Неймара и кол. Невероятно перекупил Неймар на терне своего оппонента. Да, наказан и говорит, был тебе нужно было оставаться дома. Жизнь сложная штука, а покер вообще сокрушительная вещь. Смотрим ривер. А там дама. И Неймар забирает еще один банк. Отправляя Ласельсу в зрительный зал. Под аплодисменты товарищей. Пробил гол в ворота Ласельсы и попал в девятку. Успел напоследок сфотографировать нокаутированного соперника Неймар. Следующая раздача у нас хедзап. Акари комплит с Small Blind 6-4 разномастными. И Неймар делает чек. Валет 7 одной масти. Неймар чекс из опшн. Ловит топ пару семерок Неймар, а Карри достается 2 пары. И столкновение тут неизбежно. Неймар двигает сразу all-in и, конечно, быстрый кол от Акари. 5 аутов остается у футболиста. Ну, можешь не затягивать, обращается Акари дилеру, все можешь закончить на терне. А Неймар просит валета. Или 2 трефы. Cinco de pausa. Cinco e um asno river. De pausa.
Você quer os 5 de paus ainda? 5 de paus, óbvio. Porra. Видимо, что получает удовольствие от игры. Неймар очень нравится ему. Такие покерные противостояния. Но есть трефа на терне. Интрига. Хотя нет, интриги практически... Фулхаус получает Акари. И только семерка может спасти сейчас Неймара, чтобы собрать в старший фулхаус. Но это девятка. И по-дружески обнимаются соперники и продолжают веселиться. Ну что ж, отличная игра в исполнении величайшего футболиста. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, следите за новыми выпусками и удачи вам за покерными столами.